Ученые КФУ разработали, синтезировали вещество очень малых размеров – наночастицы для доставки лекарств. Статья об этом была опубликована российским информационным агентством ТАСС. Их размеры составили около 100 нанометров. При таком размере наночастицы смогут проникать через клеточные мембраны в организм человека. Эти наночастицы будут быстро разлагаться под действием воды, кислорода и бактерий. Мы использовали полимолочную кислоту и сделали ее гибрид с макроциклом, который называется теокалексорен. Это так называемая чашеобразная молекула. Такой наш выбор был обусловлен тем, что, в принципе, хорошо известно, что полимолочная кислота применяется достаточно широко в лекарственных средствах. То есть это еще с середины прошлого века, с 80-х годов уже были использованы средства доставки на основе полимолочной кислоты. Наночастицы образуются от синтеза полимолочной кислоты и теокалексорена. Теокалексорен является нетоксичной, хорошо изученной платформой, обладающей рядом достоинств. В нашем случае теокалексорен был взят для того, чтобы придать определенную структуру молекуле, то есть поменять, возможно, ее какие-то свойства в плане растворимости, устойчивости к разложению. Эти наночастицы могут использоваться для более эффективной доставки лекарств в организм при целом ряде заболеваний. Данное вещество выступает как вспомогательный компонент, который может быть перемешан с лекарствами и помогает постепенно высвобождаться в организме человека. Она достаточно легко разлагается просто в воде, либо в присутствии микроорганизмов. Таким образом, из организма достаточно легко выводится. Причем стоит отметить, что важным свойством является то, что эта полимолочная кислота может очень постепенно разлагаться, то есть вводя какие-то добавки, регулирует скорость ее разложения. Соответственно, если это берет какой-то имплант, то лекарственное средство, например, антибиотик, из него может выделяться в течение 3-4 месяцев. Соответственно, это как раз требуется для полного, вживления и так далее. Еще одним направлением может стать использование данного вещества наночастиц при распечатке тест-систем, которые сейчас разрабатывают сотрудники кафедры аналитической химии Химического института имени Бутлерова КФУ. Тест-системы позволяют анализировать наличие в человеческой крови или моче определенных компонентов. Стоит отметить, что в исследовании также принимали участие специалисты Института органической и физической химии имени Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук РАН и коллеги из Института синтетических полимерных материалов из города Москва.